На 11% или почти на 185 тысяч человек за последние 5 лет выросло количество систематически занимающихся физкультурой и спортом в Омской области. Об этом на заседании Комитета законодательного собрания по образованию, науке, культуре и молодежной политике сообщил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Владимир Сараев. В представленном докладе говорилось также об основных направлениях деятельности министерства на период с 2010 по 2015 год. В планах у Министерства спорта в 2013 году завершить строительство велоцентра и крытого хоккейного корта в Тевризе. В 2014-м реконструировать спортзал в Усть-Ишиме, а в 2015 году провести проектирование строительства Центра паралимпийской подготовки. Большое внимание в своем докладе министр уделил спорту высших достижений. 107 спортсменов по олимпийским видам спорта и 29 по паралимпийским вошли в 2012 году в состав сборных страны. В национальные команды в этом году были включены 20 спортсменов от Омской области. Итог выступлений – 2 золотые на олимпийских и 1 золотая, 2 серебряные на паралимпийских играх. Те премии, которые сегодня уже получили наши олимпийцы и паралимпийцы, конечно, они в значительной мере повышают интерес для занятия спортом, но являются адекватной оценкой региона на золотые медали, либо серебряные медали, которые наши спортсмены переносят в нашу область, пропагандируя в том числе и являясь нашей визитной карточкой. Владимир Сараев доложил депутатам ЗАГС Собрания и о других не менее важных направлениях деятельности министерства – это реализация государственной молодежной политики и развитие туризма.